Айрат Бариев ищет работу уже несколько лет, но найти подходящую, признается мужчина, он не может. За помощью он обратился в Кустанайский областной филиал партии «Нур-Отан», где сегодня тематический прием по вопросам трудоустройства и социальной защиты вели представители государственных учреждений. Я вообще по специальности юрист, закончил в 2011 году КГУ. Официально еще, можно сказать, нигде не работал. А в центре занятости вы обращались? Нет, не обращался. Почему? Не был уверен, что не найду там работу. Почему? У нас в центре занятости много каких направлений, программ. Несмотря на мороз, на прием приехали все записавшиеся. Их было немного, 11 человек. Каждому отметили представители соцзащиты, и они постараются помочь. Это можно будет сделать в рамках государственных программ по трудоустройству. В прошлом году в областном центре за помощью найти работу обратилось свыше 5000 человек. 4000 из них работу нашли. У нас, которые завершили обучение, они вот идут на работу, и их не устраивает заработная плата. Ну а в остальном стараемся трудоустраивать по их специальности, но если уже не получается по специальности, то предлагаем другую специальность, которая более лучше оплачиваемая. Как всегда, рабочие специальности, но всего в этом году мы теперь будем больше обращать внимание на сферу обслуживания, то есть это администратор гостиничных комплексов, кондитеры, повара, также швеи. Многие из пришедших на прием кустанайцев, к сожалению, о действующих программах не знали, а ведь перспективы по ним есть. Люди могут получить новую профессию, причем государство берет на себя оплату стипендий во время обучения. Но, тем не менее, отмечают в центре занятости, немногие решаются на переобучение. Большинство желает получить работу по старой профессии. Дмитрий Гуренко и Татьяна Калюжная, РТН.